Добрый день! Сегодня с вами мы рассмотрим банкноты Камбоджи. Это камбоджийский риэль. Камбоджа, официально королевство Камбоджа, а во времена правления красных кхмеров это была Кампучия. Это небольшое государство, расположенное на юго-востоке Азии, на полуострове Индокитай. Имеет общие границы с Вьетнамом, Лаосом и Таиландом. В настоящее время королевство Камбоджа – это развивающееся государство, экономика которого базируется на сельском хозяйстве и туризме. Денежной единицей королевства Камбоджа в настоящее время является камбоджийский риэль. Название камбоджийской национальной валюты риэль происходит от названия валют некоторых испано-франкоговорящих государств – реал или риал, что обозначает королевский. Давайте рассмотрим сами банкноты. Это банкнота 5 риэлей 1979 года. Размер такой банкноты 130 на 65 миллиметров, выполнено на бумаге. Напомню, что 1 риэль равен 100 центам. На лицевой стороне мы можем увидеть рисунок, на котором изображены 4 человека. Это чиновник, крестьянка, рабочий и военный. Также мы здесь увидим серию и номер данной банкноты, герб Камбоджи и национальный узор. На оборотной стороне мы увидим памятник независимости Пномпени. Также номинал самой банкноты. Камбоджийские узоры. Далее по номиналу мы рассмотрим банкноту 50 риэлей. Эта банкнота уже 2002 года. Она уже более красочная. Здесь мы изображена дамба Тек-Хиа. И на лицевой стороне храмовый комплекс Прех-Ди-Хеа. Прех-Ди-Хеа, он посвящен богу Шиве, памятник всемирного наследства ЮНЕСКО. Однако данный памятник был поврежден во время артиллерийского обстрела армии Таиланда при пограничном столкновении Камбоджи и Таиланда. Это произошло 6 февраля 2011 года. Размер такой банкноты 130 на 59 миллиметров. На данной банкноте имеется водяной знак. Это скульптура Байон. Ванкорк Вант. Попробуем рассмотреть.
только вид, я наблюдаю здесь иероглифы. Неудачный ракурс для просмотра водяных знаков. Ну и самая крупная банкнота, которая перед вами представлена, это банкнота 200 реалей 1998 года. Повторю, что это государство Камбоджа. Такая банкнота выпускалась с 1995 по 1998 год. Размер ее 125 на 60 мм. На лицевой стороне мы видим водоспуск, что-то вроде дамбы. Также здесь видим герб государства, номинал, серию банкноты с номером, год выпуска. На оборотной стороне мы видим изображение четыре лица Бокхи Сатвы Авалали Тешвары из храмового комплекса Байон. Банкнота печаталась типографии Национального банка Камбоджи. Водяной знак стилизованы цветки лотоса, которые мы сейчас также попробуем рассмотреть. Видать, цветки лотоса. Вот такие три банкноты мы сегодня с вами рассмотрели. Это государство Камбоджа, она же Кампучия. Валюта данного государства называется риэль. За класс репост огромное спасибо. Подписывайтесь на данный канал. Спасибо за внимание.